В майские праздники из окон Чувашии выпали 20 человек. Среди пострадавших четверо детей. Самому младшему 3 года. Он выпал из окна первого этажа в Чебоксарах. Правоохранители и врачи в связи с установившейся в республике теплой погодой убедительно просят родителей не оставлять детей одних в квартире и поставить блокираторы на все пластиковые окна в доме, независимо от этажа.